12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоялась торжественная церемония. Ключи от квартиры, постановление администрации округа о предоставлении жилых помещений глава Щелкова Андрей Булгаков лично вручил ребятам. Руководитель муниципалитета поздравил их с важным событием. Детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено жилье в новостройках микрорайонов Пинский и Жигалово, а также в многоквартирных домах поселков Литвиново и Фряново. Радостно, потому что это все-таки, ну, как бы такая вот собственность и ощущение, что все-таки государство заботится о нас, и мы это чувствуем. Всего в этом году за счет средств бюджета Московской области в городском округе Щелково было закуплено 16 благоустроенных квартир.